Всем привет! Проходим день война. Какое-то новое зданице у Медзу. Культисты распространяют слизь в лесу, нужно это прекратить. Dispatched scouts across the breadth of Onishiba. Kamiko's body will be found. In the meantime, there is something I need you to do. Oh, now we're favor buddies. Did I miss something? This benefits you as much as me. It simply won't do if we save the universe minutes after my sister destroys it. You have a point. Have you noticed all the crude in the forest? It's been around since the collision. Not at this volume. In the past few weeks, Amiona's priests have been conjuring it everywhere they can. I think they are trying to destabilize the gates. Maybe someone just did a shitty job sealing the gates. The seal would have held if you hadn't meddled in affairs beyond your station. Hey, it was in the service of kicking your ass. I think history will forgive me. We'll have to see about that. Amiona's high priest is out in the forest, spawning ooze. Is that a euphemism? Go and stop him, you idiot! Жрец Амионы призывает слизь в лесу уже несколько недель, чтобы ускорить разрушение внешних врат. Остановите их! Уже награда 30. Обрез Церберт 176 урона дадут. Обойма 3. О, как все печально. Тут обойма и со 100 патронами не спасет. Погнали. Нужно остановить слизь. Беседа, что ты скажешь? I just wanted to say I really appreciate everything you're doing. What? Whoa. Are you? You're thanking me. Shut up. You know how I feel about the way you conduct yourself, but that doesn't mean you haven't done a lot for me. Ah, well, that's very sweet. There is one thing I wanted to bring up, though. What I do now. Какой тут мир странный. He mentioned using my soul to reseal the gate. Yes, he did. Well, did it sound to you like using? Что я вижу? Using up? You know, I figured you're his daughter, so he could. Кролик. But it's messy, so yeah, I wouldn't put. Какая-то деревушка. I have a feeling I might need your help. Can I count on you? Sure thing. Once we get your soul back in your body, kick his ass and get out. А там кто-то светится. Shit, I've come this far. What's one more clash with an immortal being from another dimension? Шипохов. Давай, подходи. Кривой попасть не может. Так, вот так еще элитный жилохвост. Почему промазал? Как так? Не понял. Он насквозь пролетает. Вот дерьмо. О, давайте все там в кучу собирайтесь. Я вас угощу. А с ракетами напичкаю. А он босс. Mm.
Надо гранатками, что ли, тут закидать их. Нету. Нету, нету. Пойдем с мощняцкой пушкой. О. Да отстаньте, жуки. Давай попробуем новую пилу. Пока непонятно, крутая или не крутая пила. Мелочь вот эту нормально пилит. В кашу всех, в кашу. А тут что за херня зеленая? Младший жрец. Да куда уж тебе? Эй. Ноль кадров. Улетел. Давай запрыгивай. О, хватило мозга-то у него. Он лечится, зараза. Фу, не воняй. Душа младшего жреца. Ой, сколько тут барахла насрал. Ракетки. Где-то тут сундуков куча, целых три наверху. Эй, сундук, ты где? Тут же какие-нибудь вкусняшки бывают в сундуках. Где в крыше, что ли, там? Это непонятно. На втором этаже. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Все в паутине. Паухи тут насрали своей паутиной. Чуть-чуть денежек. Пойдем до следующего. Сколько их там кишит? Обалдеть. Куда ты тут расстрелялся? Элитный. Развалился. О, да ты сам пришел. Фу, навонял опять. Какая-то на креветку херня походит. Как она лагает. А ты что за херня?
чё, живой, что ли? Чё-то вообще непонятно, что тут творится. Ни хрена не дохнет. Из-под земли вылазят. Ну, кончились. Надо тут проверить, что-нибудь осталось. В дом как-то надо залезть. Там какие-то плюшки есть. Или они опять на крыше? Ага, пойдем дальше. Да будет бойня! Кролик! В первую очередь кролика! О, злодей кролик опять стал. Кролик опять некромантом превратился. Хороший дробовик. Всю хрень в кашу размолотил. Ты где жужжишь? Да мне не важно, что ты такой длинный. Ведь у меня дробовик. Все. С одним покончено. Усиленный. Херня. Ну где ты? Ходишь тут, давай. Сражайся. О, тут сейчас мелочь прилетит. Да что такое? Чё сегодня все лагает? Сопротивление какое-то у него. Да, недолго он сопротивлялся. Что-то тут есть опять. Штуковина. Вот она. Боеприпас восстановлен. Ого! Насрал тут опять куча барахла. Открыть врата с помощью душ младших жрецов.
Пойдем. Откроем врата. Стой, стой, стой. Кролик. Кролик с деньгами бегал. Вот они, два шара. I'm still in shock that my dad is a demon. I'm not. It makes perfect sense. How's that? You're both too smart for your own good, want everything done your way, and have no sense of humor. Oh, I have a sense of humor. Okay, what's brown and sticky? What? What's brown and sticky? Где-то босс. What are you talking about? A stick. Get it? Brown and sticky. That is the stupidest thing I have ever heard. О, какой ты здоровенный. I'll take intelligence and humor any day. Да, херня. Слабаки. Они окружают. Нет. Надо не позволять им заходиться, чтобы они со всех сторон окружали. Фу. Опять тут навоняли. Так, надо тут аптеку где-то нарыть. Аптека есть. Блин, мелочь прилетела со всех сторон, которая была тут рядом с картой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда-то я. Да хватит тебя притягивать уже. Блин, здоровенно. Штуковина. О, полегчало. Воевода! Отведай минигана. Позеленел. Миниган. Вместо раскаления стал зеленый. А, я тебя напичкаю сейчас. Все, не выдержал он. А тебя-то можно и голыми руками взять. Сколько тут опять накидали всяких штуковин. Где что тут топочат? Вы что там наверху скетесь? Монетки не пропустить. Пригодится. Книжка. Надо наверх залезти. А что наверху? Какой-то тут зал молельный.
Где эта штуковина? Надпись-то, которая... И наверху не видно, и внизу не видно. Ладно, хрен. Обойдемся без нее. Все, зачистка прошла успешно. А у тебя текстуры не завезли. Жрецы отправились, куда им следует отправиться. Ло Уэнг, ты сделал что-то без уничтожения мира. Как чудесно. О, Мезу, ты в таком хорошем настроении. Ты просто пришел от странгления каких-то котов? I'm afraid I have exhausted my stash. Right now, I'm just high on life, if we're still calling it that. Hey, tell me something. What's behind those gates anyway? Why do we need to seal them up? It is impossible to describe in human language. In simplistic terms, it is the shadow of reality. The opposite of everything known. All that is unseen. And what happens if the gates open? Our worlds would be sucked together, bound forever in a chaotic morass. A world without meaning, devoid of shadow and light. And Amiona's been keeping them apart single-handed? No wonder she went a little nuts. She was an unfit vessel. She was always the weakest of us. I love that you're not afraid to be nurturing. It is almost time. You should get your affairs in order, such as they are. Take care of any unfinished business and then meet me back here. Once we begin this, there will be no turning back. Ooh, exciting. Как звучит все великолепно. Далее штуковину. Где ты, Цербер? 176. Тут 180 с прокачкой. Молотилка вообще фигня. Масол, ну, по-моему, этот круче. Потому что 8 патронов в обойме. Куча плюшек сюда натолкать, и тут точно будет 200 с лишним. Ладно. На этом пока закончим. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. До новых видео.